Добрый день! Я снимаю это видео не потому, что хочу поиздеваться над человеком. Назвала это видео «Свежий воздух с подогревом». Никто из нас не застрахован. Ни бедный, ни богатый, ни здоровый, ни больной, ни мужчина, ни женщина. Снимаю это все из окна квартиры, которая находится в Хрущевке на четвертом этаже. Это трубы ТЭЦ, которые располагаются вдоль бывшего садика, сейчас детдома. И на них расположился человек. Не очень хорошо видно. Расположился человек. Снизу он постелил какую-то подстилку и лег на нее. Снизу ему тепло, потому что это трубы ТЭЦ, горячее отопление. Сверху ему тепло, он одет в весеннюю, зимнюю одежду. Ему хорошо и уютно. И, в принципе, он дышит воздухом. Очень жаль, что наша жизнь иногда превращается в такую ситуацию, и нам приходится приспосабливаться. Не могла не снять это. Это ужасно, что, в принципе, в 21 веке люди по каким-то причинам, может, они были здоровые, умные, богатые, хорошие, оказываются в такой дивной ситуации. И им приходится выживать таким методом. Всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.